Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий. Мы сегодня с тобой продолжаем играть в Dishonored 2. Продолжаем, та серия у нас получилась более-менее по стелсу, более-менее, знаете, как истинное прохождение, знаете, как некоторые любят истинное прохождение. Вот, а в этой серии, не знаю, посмотрим, что получится. Вот, я как бы не стараюсь играть по стелсу, не стараюсь как бы всех убивать. Я, как получается, ребят, так и играем. Как вы готовы? Как бы нормальное, обычное. Да, вполне. Прохождение. Мы подведем шлюпку поближе. Стандартно обычные, ребят, прохождение. То есть без всяких этих. Получается по стелсу, прохожу по стелсу. Не получается, да и хрен с ним, как бы. У меня нет задач. Я понимаю, что от этого зависит концовка, да. Я знаю, что если ты будешь убивать всех. Ну, мы, в принципе, никого не убиваем, да, нас замечают, да, но мы никого не убиваем. То есть хаос должен быть низкий. Кто такой этот Арамис Стилтон? Верный и умный союзник старого герцога. Его серебряные рудники помогли построить Карнаку. Он начинал простым шахтером, но сколотил состояние и стал промышленником. Теперь новый герцог выжимает из рудников все соки, а некогда богатый район покрыт пылью и приходит в упадок. Похоже, герцогу на это плевать, пока он может пить из серебряных кубков. А из чего сделаны кубки в башне Дануолла, императрица? В общем, в дом Стилтона можно попасть только через пыльный квартал. Может, Стилтон еще там? Или умер уже? Не знаю, посмотрим, кто там что куда умер. Доберитесь до пыльного квартала и найдите Меган. Я буду ждать здесь на шлюпке. Когда закончите, я доставлю вас на падший дом. Угу. Руны, нам бы вот эту руну бы забрать. 45 метров. Так, к Меган Фостер. А второстепенки никакой нет, просто к Меган Фостер. Ну, типа, обычно же туда сходи, потом сюда. Понятно. Ладно, пойдем. Подъем Батисты. Ну, типа, это город-рудник. Ну, то есть, шахтерский город, да? Здоровый, смотри какой, да? Там вот, считай. Здесь сколько? Сколько у них тут? Ну, полмиллиона, наверное, жителей точно живет. Здоровый городище-то. Вот и веселье уже начинается. Сразу здесь. Порошка стенателей. Их режут в подворотнях. На них бросаются гончие аббатства. В одну лейтенантку прилетела граната смотрителя, и все, привет. А она была дальняя кузина герцога. Вот, ребятушки, и пошел стелс. Так. А куда нам надо-то? К Меган Фостер. Я здесь оказался. Уже устал прочищать уши от серебряной пыли. Большой дворец, хорошее дежурство, все яблочки да тапочки. Эти проклятые ветряки я даже во сне слышу. Дебил. Я же себе прокачал навык, что я могу подтягивать всякое говно. Что? Пыль с рудников. Что это было?
Ты куда, чувак? Ты вообще что ли не спать? Кто это был? А, пыль с рудников, короче, мне должна была помочь. Так не веришь, что ты поешь под лестницу? Да лучше знать, с чем имеешь дело. Ты не можешь знать, что я под лестницей. Ничего. Ты не можешь знать, что я под лестницей, правильно? Накосячил. С самого, ребят, начала. Ну ладно. Так, а ушел-то тот, да, получается? А, нет, не тот. Ну-ка. Надо думать о службе, а не о поцелуях. А? Как будто стекло разбили. Что тут происходит? Ну, вы поняли, да, что я хотел сделать? Че, ипанус? А, вот здесь можно было пройти. Ой, Дима невнимательный. Ну, че, уходить второй раз в жизни игру прохожу. А ты не заметил, типа, этот? Ай, косячник. Можно было там пройти, вот там вылезти, сделать все хитро, тихо. Ну, это ребят. Было как... не знаю. Так, а как нам здесь? Дождусь конца дежурства, пойду домой и буду в потолок плевать. Ну, в принципе, ты будешь заниматься тем, чем ты обычно занимаешься, сейчас я понял. Сейчас что-то будет. Все, пошли. Проход зачистили. А куда я проход-то зачистил? Так. Можно через верх. Здравствуйте, Эмили. Привет. Дом... Я собрала кое-какие сведения. Поговорила с людьми. Район поделили смотрители и стенатели. Впереди ничейная земля, где вас никто не тронет. Но дальше начнутся границы стенателей и смотрителей. Переступите их, и на вас тут же нападут. Наша цель — Арамис Стилтон. Соколов сказал, что у вас была какая-то мысль. Думаю, если уберете Паула или смотрителя Бирна, то их враги помогут вам и проведут в дом Стилтона. Избавьтесь от одного предводителя и сдайте его другому.
Расскажите еще что-нибудь полезное. Бирна защищают смотрители. Паула – стенатели. И, как кажется, некий черный амулет. Говорят, Паула должен умереть дважды до захода солнца, иначе его не убить. Удачи. Что-то все как-то сложно. Паула, стенатели, что-то я вообще ничего не понимаю. Так, подождите. Достаньте одного из лидеров. Доставьте одного из лидеров другому. Найдите другой способ. Чтобы открыть замок Джиндуша, не помогая ни смотрителям, ни стенателям. Попробуйте поискать подсказки в Салуне «Ведьмина рука» и фортпосте смотрителя. По сути, я могу быстренько сейчас кого-нибудь кому-нибудь доставить, либо найти другой способ «Ведьминой руки». Найдите другой способ. Это хорошо. Так, подождите. А как нам вниз спуститься? Мне сказали, что меня здесь трогать не будут. Это герцог Сирконоса. Мне сообщили, что люди жалуются на пыль, которая летит из жа... Да, война нам дорого обходится. Возможно, вы не знаете, что шахты работают на полную мощность, чтобы мы могли продолжать войну против Северных островов. Это не пыль, это кровь наших врагов. Это, говорит, не пыль, это кровь наших врагов. Замечательно. Так. Фортпост смотрителей. Салон «Ведьмина рука». Сестра Джейми говорит, что ты любой замок вскроешь. Не знаю, зачем дом Стилтона так крепко заперли, но ты же сможешь его отпереть, а? Подожди минуту. Дюран знает, как сюда попасть. Паула поручил ему кормить Стилтона и приставить... А, вот здесь, по-моему, нам надо будет туда потом. А как дальше, куда? А. Еще одна руна. Кто-то спросит, а чего не прокачиваешься? Не хочу. Не время. Отвалить. Отвалить вот. Эй, ты! Пора убирать! Давай-ка все сюда! Ну же! Нейтральная территория, мужики! Бежать заберу некуда! Тебя. Понятно. Нейтральная территория, я понял. То есть там вот, где... Меган Фостер, там типа нейтрально. Я думал, здесь прям нейтрально, я думал, здесь можно ходить. Походили. Почему вот здесь не написано? Вот здесь почему не написано то, что это враждебная территория? Потому что мы уже, по сути, на враждебной территории. Мы уже на враждебной территории, ребят, оказывается. Бежать некуда! Что тут происходит? В смысле? В смысле? Я ж все... Где ты прячешься? Был там, а потом раз... Я ж все тихо сделал. Что? Да идите нахер. Труп! Уже здесь нет никого. Какой труп? Я никого не убил. Я помню, знаете что? Можно в салон «Ведьмин круг» зайти, можно нейтрально сделать. А я помню, когда я выполнял, я, в общем, вот этого чувака взял и отнес тому чуваку. Ну давай, мне не до шуток. И все. Попробуй поискать подсказки в салоне «Ведьмин» и в фортпосте. Что кто видит?
Нас слишком много, не спрячешься. Если б не знала, сколько трупов гниет в каналах. Здесь что-то было. Просто надо быть начеку. Тихо. Не гавк. Не гавкайте, шавки. Шавки гавкают. Нейтральная территория. Ну, понятно, дело, что она нейтральная. Ух ты. А. Там есть то, что нам надо. Уходи. Чё? Кто здесь? Меня кто-то чувствует. Меня кто-то чувствует. Вы же чувствительный. Спать. Бей меня. Меня, а не их. Страж гнезда. А тут, кстати говоря, что-то выпал из гнезда. Нет никого. Хорошо. Еще что ли? Хорошо. Куда я залез? Я не знаю, зачем я сюда залез, ребят. Интересно. И где же Пауло? Так, Пауло. А где там этот? Руна выше просто, да? Сейчас найдем Паулу и руну, все найдем. Эй, ты! Извините, ребят, не увидел. Там стекло, я думал, там открытое. А так как у меня вот это вот ночное зрение, там оказывается стекло, я не увидел. Представляете? Надо что-то делать. Да, надо что-то делать. Пора. Спина болит. Когда стою, болит. Когда сижу, болит. А три стаканчика рома выпью и отпускаю. Пауло где-то здесь, по-моему. Надо бы хлебнуть чего-то, промыть глотку от вчерашней пыли. А где? А как туда? На этой неделе опять не доплатили. Да? Эта баба считать не умеет. Пойду, пожалуй, в Пауло. Наверное, Пауло где-то здесь. Наверное. Наверное, Пауло где-то здесь, да. Вера Морей. Давай пообщаемся с этим.
Паула не из них. Не из тех безумцев, кто верит, что за горсть монет или пару правильно сыгранных нот я осыплю их милостями. Ему плевать на меня. Но он молится мне, потому что нашел руку старой ведьмы случайно. И Паула мигом понял, что это выгодно. Порой части нас живут куда дольше нас. Лука получил процветающий город и немедленно его разграбил. Что оставит он, а что оставишь ты? Кого ты оставишь собирать обломки здесь, в Карнаке? Ну, понимаешь, смысл в том, что кого бы мы ни оставили, все равно, когда мы вернем себе престол, ну, если думать более глубоко, да, более логично, когда мы вернем себе престол, то мы можем убрать здесь любого, мы можем прийти и просто... Сплошная грязь, да здесь кто угодно заболеет. И убрать любого. Абсолютно. Типа нам намекают, кого ты хочешь оставить, того или того. Салун «Ведьмина рука». То есть нам либо этого, либо этого. Я хочу на самом деле этого убрать. Он же типа заключил сделку с темным, да, с этим. Пау, ты защитил нас от гвардейцев. Вот. Но я не понимаю, как ты можешь помочь шахтерам. А он хитрожопый. Связано с другим. Избавимся от аббатства, и я сразу займусь рудниками герцога. Если шахтеры объявят забастовку, герцог поймет. Лучше работать в два раза меньше, чем не работать вообще. Мы готовы платить больше, лишь бы работа стала полегче, а на улицах было поменьше пыли. Можно же улучшить жизнь сперва в этом районе, а там и во всем городе. Шахтеры сами не знают, какая у них власть. Спасибо, Пау. Ну, знаете как, можно его... В шахтах я сгину, меня не вернуть уж лучше здесь. Да, господи. Можно его, короче, усыпить сначала. Его можно усыпить, ребят. У нас 11 рун. У нас это вкачано. Все убитые вами враги, как заметившие вас в момент смерти, так и нет, превращаются в прах. Не оставляй после себя труп. Давай на всякий случай качнем. С этим улучшением поврежденные в бою противники распадаются, превращаясь в облако трупных ос, которые... Нет, это не надо. Отражать летящие снаряды. Повышает здоровье и живучесть. Позволяет бросать предметы дальше. Гипноз. Призывает духа бездны, чарующего людей и собак. Гипноз вызывает существо из бездны, которое гипнотизирует дух человека или собак, а затем стирает их кратковременную память. Видеть созданное существо могут лишь те, на кого действует гипноз. Союзники, очарованные... очарованных врагов, обратят внимание на странное поведение товарищей, предположат, что рядом находится враг. Гипнозом их. Связывайте людей, связывает людей, можно убить и оглушить их всех. Домин устанавливает связь между двумя людьми, так что все, кто влияет на одну цель, действуют и на другую. Все, что влияет на одну цель, действует на другую. Так можно усыпить несколько человек одним дротиком, снизив вероятность того, что враг поднимет тревогу, или убить одним разом нескольких врагов. А оглушить, допустим, если я одного оглушу, то они все оглушатся.
Двойника можно привлечь. Временно дает вам более скрытную форму. Легкая тень снижает вашу заметность, но не следует подходить к врагам слишком близко, они могут вас заметить. До двух врагов можно в скрытом обличии. Ну, не знаю, ребят, как бы, да, полезно, но... живучесть бы поднять... Ну, в принципе, игру-то, как я уже говорил, можно и так проходить. Выхлебай тут весь ром. А куда она отойдет? Вот льет в три ручья. Кружка холодненького мне бы не помешала. Что, наместник Бир? О чем думаешь? Так, а куда это? Блин, не то нажал. Неспокойно как-то. Что с этим городом? Как бы... О-о-о! Блин, или там, да, у нас здесь не будет, да, пыли на этой? Нет, у нас здесь не будет пыли. Паул ушел туда, нам надо его как достать. По делам ему! Почти порядок. Осталось совсем капелька. Угу. Интересное окошечко здесь. Угу. Амулет прям здесь. А ты там один, дорогой? Нет, не один. Паул и этот здесь, да? И Алёт, куда пошел-то? Мне ничего не говорят, но что-то происходит. Я ж не дурак. Ты да. Так, подожди. Хотел его дротиком, но... Стенатель. А нам стенатель нужен? Это бездна? Ты проклятый чужой? Нет, я не проклятый чужой. Так. Амулет. Дуэлянт что-то там, да, было? Больше урона от пуль наносить. Ну, такое себе, ребят. Мы же с тобой стелсовики. Такие. Здесь можно игру всю пройти без этих всяких дидли-дудли. О, кстати. А он сюда-то придет? Должен, да, прийти, ребят? Насколько я знаю. Еще вон где место есть. Так, а это что это за место такое? А что это за место такое? Что это за нычка такая? Просто нычка? А, здесь можно было вот так. Шо, блядь? Надо было плюнуть ему прямо в глаз. Да, так и сделаю. В следующий раз. Точно. О, сегодня воздух смердит кровавой мочой. Сюда можно выйти. А молодой человек сюда не хочет спуститься. Паула.
Давай сюда. У меня все болит. Даже пальцы на ногах. Может, хворь какая неведомая. Паул, тебе надо спуститься в подвал. Знаете, почему я еще Паула хочу убрать? Он же заключил сделку с темным. Сейчас поедет сюда. Сюда сейчас пойдет? Давай сюда. Можешь, конечно, смотрителя, а можно было нейтральное что-то придумать. Но я не знаю, здесь я ничего не вижу. Наверное, какую-то информацию надо найти. Я не знаю, как здесь проходить без того, чтобы ни тому информацию не предоставлять. Видимо, где-то что-то надо найти в каком-то кабинете. Да, блядь, ты сюда-то придешь, нет, Паула. Я тебя ждать, ты еще будешь женщину заставляешь ждать. Понял. Паула. Ты куда, блядь, пошел, Паула? Козел. А там мужик, да, сидит. Ну да, сказали же, Паулу надо два раза убить. Но я его не убивал. То есть надо два раза его долбануть, получается, да? Знаешь, что можно попробовать сделать? Сыворотка. Что тут происходит? Тоже сработает. Вот зараза! Да, и там теперь Паула, его теперь надо вытаскивать. Где ты? Вылазь. Знаешь, кто тебя я ищет? Я тебя не трону. Я тебя все равно найду. Нас слишком много. Там и все. Не спрячешься. От нас не убежишь. О. Да, с Паулой проблемки. Ну я же его не убивал. Мне сказали то, что Паулу придется убить два раза. Я не против, что Паулу надо убить два раза, но я его не убивал. Я хотел его оглушить и все. Ты где-то здесь. От меня не спрячешься. Задача у меня не стояла его убивать. Интересно, кто это был? Кто здесь? Не заставляй есть меня за тобой носиться! Внимательно говори. Путин чеку говорит. А я даже не знаю... Что же ищите, они еще здесь. Здесь точно есть. Блять. Да я тебя на кут. Пора умирать, детка. Да, грязно. Грязно, ребят, грязно очень это с этим Паулой. Два раза его надо.
Не, можешь, конечно, подождать, хотя я не знаю, может он... Они да, что-то... Знаете, что мне не нравится? То, что как они всполошились. Прям очень сильно. Прям очень сильно. Что там? Что здесь? Я посмотрю, что там такое. В смысле? Походу, дело придется грязно играть, ребят. Мне не до шуток. Выходи. Сплошная грязь. Несложно, ребят. Миссия, как сама по себе, она несложная, но действия иногда делаются не те, которые нужно. Пойдем попробуем так забрать его. Да, блядь. Эй, кто здесь? Не заставляй меня за тобой носиться. Где один стенатель, там и все. От нас не убежишь. Да как вы, блядь... Она не стоит. Как вы, блядь, видите? Как вы, блядь, видите меня? Как вы всё, как идут туда, вот знают, прям где надо ходить. Прям бесит. Все, я хочу этого Паула, блядь, трахнуть. Эй, куда это ты собираешься? Пора умирать, детка. В общем, автосохранение давай вот здесь вот загружаем, откатываемся назад. Потому что бредятина какая-то, блядь. То они все ходили, все нормально, то теперь, блядь, все подняли панику. Че, видите ли их там этого хую маминого? Думаешь, ты умнее всех? Я тебя найду. Ты не сможешь прятаться. Эй, вечно. Кто здесь? Пошли в жопу. Не заставляй меня за тобой носиться. Интересно, можно к нему как-то подняться? Ну давай, мне не до шуток. Можно к нему как-то подняться так. Давай, выходи, где ты прячешься? Да, типа ну вот же, так вот. Выходи на честный бой. Наверное, опоздачу. Ладно. Зайди, пожалуйста. Эй! Девица, не стоит ходить по улице без телохранителей. Это ненадолго. Да я тебя на куски, парень! Ну! Не появляется и все этот значок. Не появляется, ребят, значок, и все. То есть он вот сюда ушел, на верхний этаж, да, и тут сидел. Сейчас он типа снизу. Куда-нибудь спрятаться. Чего? Почему они тут сюда все бегут? Что, блядь, происходит? Почему они бегают? Что это такое?
Ничего, ребят, не понимаю. Глубоко в шахтах я сгину. Меня не вернуть уж лучше за... Не понимаю, какой-то баг, мне кажется. Влазь! Я тебя не трону! Что, зарываешься? Стена, эй, и куда это ты собираешься? Бежать некуда! Пора умирать, детка! Блять, все грязно, очень... Я не понимаю, короче, ребят, что происходит, почему около нее прям, около него так много прям народу. Прям вот прям с ним рядом. Как его вывести, да, как его это... Как подойти к нему, непонятно. То есть задача несложная. О, сегодня воздух смердит крысиной мочой. Ну давай, мне не до шуток. Задача несложная, ребят. Болит. Даже пальцы на ногах. Может, хвой какая неведомая. Бедный. Заебись. Я тебя пополам разрублю. Ну и грязь, ребят, да? Все видят, все знают. Мне кажется, здесь произошел баг. Из-за этого они вот так себя ведут. Они очень то бегают что-то наверх, то вниз что-то убежали. Здесь что-то было, но... другое. Одно неверное слово. И вот я здесь. Вот. Почему через эти не простреливается? Дай, пожалуйста. Ну почему не простреливается? Ты, блядь, что упал? Ай, блядь, ребятушки. Вот недодумки, да, вот эти вот. Вот недодумки, недоделки и так далее. Вот как, блядь, нам его спровоцировать? Вот как его достать без шума? Я уж заебался, я уж 20 минут сижу, блядь, не могу никак его это достать. И туда залететь-то я никак не могу по-быстрому. Только на окно. Так. Все равно что-то видит. Он смотрит прямо сюда. Он даже не отворачивается. Усни. Чего там зажигательное? Вас гораздо сложнее сбить с ног. Низкое здоровье сильно увеличивает наносимый урон. Ну, в общем, такие все эти. Паулу была засушенная рука? А подожди, я мог его обокрасть, что ли? Подожди, у Паулы была засушенная... Может, мне надо обокрасить одного и обокрасить было второго? Надо срочно достать новые. Пьяного разуть, что ли? Все, понесли его, блядь, на фортпост.
ребята, проблемки. То есть проблема не составляла его выследить. Проблема именно составила... Проблема была именно в том, что как его это выкурить. Дышать невозможно. О. Так пыльно. Сейчас упаду. Нет. Теперь несем вот туда. Хотя, я не знаю, там этого тоже можно обыскать. Я не знаю, на что это повлияет. Вот вроде бы, да, стараюсь сделать что-то по стелсу. Но игра такая... По делам ему. Но игра такая, нет, ты не будешь делать ничего по стелсу. Ты будешь делать так, как я хочу. Ага. Амулеты. В жопу эти амулеты. А сразу никаких полезных нет. Я вновь спрошу сегодня, воистину ли она избрала сей путь? Сказать. Я лишь надеюсь, что чужой не добрался до нее раньше меня всю ночь. Артпост смотрителей. У них тут собачки. Блестящая безделушка. Все. Побрякушка. Пустяк. А глаз было не оторвать. Странно, то, что собаки нас не чувствуют. Нет вестей от наших сестер. Странно это. Очень странно. Наместник Верховного Нужно Смотрителя. Силу убрать их. Ребята, я вам тут этот подарок принес. Может, не опустить? Героям заразным Ибо даже так, грязный, подожди. А ведь по-любому как-то можно по-тихому, да, зайти? Вот по-любому. Я уверен. Здесь амулет. А нам прям вот сюда, да, надо. Заперто изнутри. Чего все, блять, позакрыто-то? Стеснительные вы мои. Здрасте. До свидания. Ага. Подожди-ка. Все стеснительные. Все что-то стесняются, что-то все боятся. Боятся, что их, наверное, украдут. Кому вы нужны нахрен? Я вам подарок здесь принес, а пройти не могу. А? Хуйна. Ага. Ну тоже вот зачем это? Чтобы здесь просто пройти, да? Ой. Не знаю, может, конечно, этого там еще об это и все. Облутать. Нам надо как-то наверх. Окна там все позакрыты. Аккуратненько ползем. Блин,
нет. Я не заметил, что теперь с этим бандитом покончено. Их стенатели сами разбегутся. Стенатели трусы. Как он меня не заметил? Однако их было шестеро. Я рад, что со мной ты. Меня согревает мысль о том, что последние минуты я проведу с другом. А как он меня не заметил? Там вот чувак снизу это стоит. Для меня. Мне жаль, что или я могу сюда... Кто знает, что там сейчас в данном. Куда, блядь? Знаете, что можно сделать? Можно разбить окно и зайти. Потому что по-другому я не вижу. Мы зажгем мы яркий огонь, дабы все прочие не сбились с пути. Можешь попробовать, конечно. Это Пауло? Неожиданный, но приятный сюрприз. А, подожди, а мне к тебе можно было так прийти? Вы сделали то, чего не удавалось. А, мне можно было так пройти? А, может, мне не надо было по стелсу идти? Вы понимаете, что сейчас сделали? Раз Паула нет, я многое поменяю в Карнаке. Я знаю и о вас, и о ваших амбициях, Бирн. Для меня все это было лишь средством достигнуть цели. Но помнит ли аббатство своих друзей? Несомненно. Так же, как и врагов. Так что вам нужно? Я хочу попасть в дом Арамиса Стилтона. Какое странное желание. С домом Стилтона что-то происходит. Нечто чрезвычайно тревожное. Я должна выяснить, что там произошло. Помогите мне и не прогадайте. Герцог лишил нас привилегий в Карнаке. И теперь мы сражаемся с Пауло просто за то, чтобы остаться в городе. Но вы вывели из игры Пауло, и за это я выполню вашу просьбу. Я слушаю. Один стенатель под пыткой рассказал, что они умеют открывать замок на доме Арамиса Стилтона. Возможно, тайну знает только Пауло и его приспешники. Думаю, вы найдете искомое, поняв, почему герцог приказал Джиндашу опечатать дом Стилтона. Ну что ж, похоже, я впервые извлеку столько пользы из визита в аббатство. Я запомню, что вы помогли мне, Бирн. Как и я, мой безымянный друг. Уберите отсюда нашего друга. А, так, интересно. Надеюсь, вы найдете, что ищете. Дом Стилтона проклят. Берегитесь. Духовный запас. Мана устанавливается немного быстрее. Вот это, кстати говоря, бы надо. Давай вот за место этот духовный запас. Так, ты живой, да? У тебя тут эти смотрители. Тех, кто отверг запрет, ты ждет только безумие и смерть. Запомните это. Да-да-да. Так, ну мы это как бы к замку Джиндашу. А вы меня тут выпустите это? А есть картина красивая? Вы меня не будете трогать, я надеюсь? А вот что, наверное, не согрелся, потому что мы несли уже этого, да, и надо было здесь спокойно. В смысле? Че, я свой. То есть я могу походить и что-то пофармить, да? Кто там? Да тут я, тут че, вы че? А? Тут свои, ребят. Ты творишь хорошие дела. Не сомневайся, мы тебе благодарны. А, ну все, понятно. Это мои кореша теперь. А как попасть в комнату с изъятыми вещами? Там руна.
Да, там руна. А как туда попасть? Ага. Да не свисти ты, господи, свистун, лисун. Оставь меня. Нам от тебя была какая-то польза, но ты чужой человек в аббатстве. Да я понимаю. Рунат у кого может быть? Да. Очень, короче говоря, протупил. Все это можно было быстрее сделать, ребят, да. Все это можно было сделать быстрее. Но я все вот так. Я думал, они меня тоже будут бить. Я вообще хотел как бы того и того это... долбануть. Каждое преступление было Помогите, что? Люди! Кто-нибудь! Что происходит? Что происходит? Что это было? Что это было? Что тут происходит? Что там? Во имя запрета! Что? Что это было? Я поищу. Нравится мне это. Надо осмотреться. Понятно. Ты что-то нашел? Ну, не свои какие-то проблемы. Там кто-то есть? Улица Валия. Валя. Глаза-то как жжет. Кстати говоря, мы это дошли. А здесь эти пытались скрыть, да, не получилось у них. Чё? А чё нам ставить? Воспользуйтесь одним из способов открыть замков джунгл, чтобы войти в особняк. А каким предмет? Ключ? Вам нужно попасть в особняк армиста Стилтона, чтобы понять, что же там произошло. В смысле, а каким? Каким одним используется? Четыре фамильярных драгоценности. Перстень, бриллиант, орден и кулон с птицей. Перстень, бриллиант. Да ладно, мне что, надо разгадывать, что загадку сразу? А если я не хочу? На званом обеде были леди Уинлос, доктор Маркл, графиня Конти, мадам Нацу и баронесса Финч. Подожди. Может, здесь по порядку надо? Да откройся. А прочитать-то можно? Графиня Конти, орден баронесса Финч, портсигар. А, графиня Конти, орден. Баронесса Финч, портсигар. Доктор Маркола, бриллиант. Мадам... мадам Ницу, кулон с птицей. Раз, два, три,
Раз, два, три, четыре, пять. Так, графиня Конти. Конти. Орден. Баронесса Финч. А, подожди, здесь Финч. Портсигар. А, баронесса Финч, портсигар. А как портсигар выглядит? Это портсигар? Доктор Марлоу. Бриллиант. Что тут еще? Мадам Нацио, кулон с птицей. Нацио, кулон с птицей. И леди Уинстон, перстень. Ага. У нас там прям вся подсказка была. Да, там все было написано прямо у нас. Сработало. Все было правильно. Да, только вот время я потратил на серию опять. Блин, все это можно было вообще на самом деле сделать буквально минут за 40, ребят. Ну вот так вот. Милосердный, без убийств, но при этом обнаружены опять два раза. Ну, для нас, ребят, для нас это норма, да. Особняк Арамиса Стилтона. Ну это, ребята, уже в следующей серии, да. Уже в следующей серии, не знаю, буду я подрезать эту серию, нет, там вот эти тупники. Хотя здесь что тут подрезать-то? Время — странная штука. В детстве я так мечтала о будущем, о тех местах, где я когда-нибудь побываю. А теперь я без конца вспоминаю детство. Мать на троне, таинственную фигуру отца. Я помню крысиную чуму, убийство матери и все, что случилось в пабе «Пёсья яма». Странно. Я лишь хочу положить конец правлению Далилы и вернуть отца. Этот дом хранит тайны Далилы. Она полностью пришла в себя после трагедии, захватила всю империю и меняет ее по своей прихоти. С герцогом Лукой Абеля, которого она из жалкого дилетанта превратила в заговорщика. Она сделала себя бессмертной, и даже меч отца не смог оборвать ее жизнь. Я исправлю все зло, которое она причинила, и впредь буду крепче держаться за то, что мне дорого. Да, это так и надо. Так и надо. Войти в особняк Арамиса Стилтона. Это место как будто высасывает мои силы. Интересно, мы могли бы вот пройти вот это, ну, вот это вот, то, что мы сейчас проходили, да, без вообще, ну, просто подойти сразу, если я вот пароль знаю. Особняк Арамиса Стилтона. Что-то не так. Здесь даже воздух другой. Да, здесь не работает магия. Давай уже в следующей серии все будем проходить. Вот. В следующей серии с тобой увидимся. Пойдем здесь гулять, бродить и так далее. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.